Наш контент потрясающий, никто не смотрит. Я сегодня сам единолично играю сам с собой. Ну ничего, бывает такое в жизни, когда люди чем-то заняты. Как у тебя дела, Илюха, расскажи. Как у тебя там семерка, ты прокачал-то? То сколько мы с Илюхой не играли, у него всегда семерок не было. Все танки есть, и девятки не было у Илюхи. Но у меня тоже девяток не так много, у меня только Е50, на котором... Абуа умеет меня играть. Ну и в принципе... сейчас Конкурер появился, Т-10, замечательный танк, просто великолепный. Я бы ему дал бы 10 звезд Мишлена, если бы он был блюдом, которое можно приготовить. Даже, наверное, больше. 5, сколько там максимум? 6 бы дал бы звезд Мишлена. Даже столько поваров в своей жизни не заработали, сколько я бы дал одному танку. Блюдо под названием Т-10. Я не понял просто, зачем все там столпились. Ис, ладно, окей, третий, он хоть что-то пробить мог. А Ис меня толкал, и разрушитель, который толкал, выталкивал туда. И я не знал, что делать мне, куда мне подъехать. Точнее, там уже некуда было ехать, там надо было просто стоять уже до конца. От борта я не мог выехать, потому что какая-то там муть происходила, меня выталкивали оттуда с дырки. Ну, защитник, он же должен тащить, он же непробиваемый, он же огонь просто танк. А лучший танк на свете, который невозможно убить. А вот и тащит он. Точная пушка, просто великолепная точность. Потрясающая, я бы сказал. Потрясающая точность, великолепная точность. Не, мы попали, кстати, в этот замечательный танчик под названием Т-54. О, а по нам попала арта. А что может быть лучше попадания арты? Попадание от ИСа. Не, ну это я уж как-то переживу. Я надеюсь, Т-54 меня сейчас не упанет. Не, ЕБР прям очень агрессивно играет. От нашей команды уже рожки до ножки-то остались. Если все меня пытается пробить. А что-то тут слишком дофига красных танков. Прям просто зашкаливающее количество какое-то. Объект 252 едет. Ну что ты там забыл, мужик? Не, наши вроде там еще сражаются. Я просто не знаю, куда мне поехать, где мне встать-то. Нормально. Пострелять. Тут сейчас меня вообще не пропустят, скорее всего. Смотрите, какое количество танков. Все стоят и пытаются кого-то убить. Куда я уж на своем дроволете-то приеду тут? Ёпарасы. На блин, ну из всех выстрелов куда он мог улететь? Он улетел в башню, которую я не пробил. Господи, какой же дерьмовый танк. Да, я уеду, господи. Что ты едешь-то назад-то? Толкаешь меня. Звездец, это просто звездец. Это просто звездец, да невозможно это так жить-то. Невозможно так жить, невозможно так играть. Хорошо. Чувак, что ты там будешь делать? О, не приехал. Так, надо парня замочить. Окей. Вот этого мы... грохнули. Вот теперь вот этого толстячка. Толстячок, привет. Братка, как твое? Ничего. Дыру не хочешь себе? Крутую я тебе проштампую сейчас. Одну и вторую, и третью. Так, не толкай меня, пожалуйста, не толкай. Пожалуйста, не толкай меня. Господи, ты конь педальный. Какой же ты конь педальный-то, чувак? Ты худший союзник, которого мне могли подсунуть. Почему этот парень на колхозном сарайчике толкает меня? На Т-28. Прототупе. На прототупе. Прототуп, давай-ка, иди в задницу. Лесом иди. Если хочешь выезжать, давай выезжай. Я тебя прошу, я тебя умоляю. Просто едь и все. Удис меня убивает.
Просто меня убивает Удис и все. Сейчас меня еще этот парень хочет убить. Так, отвали, короче, от меня. Все, я тебя сейчас затолкаю обратно. А как ты достал, боже мой? Просто вообще невозможно. А я не поеду туда. О, отлично. Хорошо, замечательно. Мне надо свалить отсюда поскорее, быстрее. Просто тащить надо свои гусеницы отсюда поскорее. Ёпарасоты, это вообще жопа. Я не знаю, что случилось. Почему так? Нормальные же союзники были. Зачем они все толкаются? Я же ему не мешал вообще. Я же просто пытался убить всех и все. Зачем меня выталкивать туда? Еще когда я целюсь. Слава богу, хоть не толкал мне, когда я целюсь. Это было бы вообще... У меня бы сейчас так взорвалось тут. А как я могу кого-то убить, если я не могу попасть в этого танкиста? Вы понимаете, да? Насколько проблема-то заключается в чем? Точнее, какая большая проблема получается? А что ты стой, что ты так едешь как-то очень странно? Ёпарасы ты. Так, куда поедет? Сюда поедет. Так, еще кого-то остался в живых. Блин. Нет, остались они втроем в живых. Ис еще остался в живых. Так, как бы не довернуть-то корыто-то это. О, блин. 102. Исак-то еще в живых остался. А кто же знал, что этот парень-то тут на колхознике на своем приедет-то? На 102-то. На 102 приедет и будет меня гасить. Ой, как это тяжело. Как же это тяжело. Короче, мы вроде живых остались после этого всего. Не знаю, Удис еще где-то стоит. Вообще без понятия, где он. Где-то тут на горочке должен стоять. Я не поеду, наверное, туда. Не знаю, зачем мне туда ехать. Это надо целую вечность катить туда. Целую вечность катить на этом ржавом сарае. Я успею доехать максимум до сюда, и его убьют, если он все-таки там находится. Мне почему-то кажется, что он поехал куда-то уже сюда, поближе к базе. Убивать, например, Арту. Я, в общем, останусь тут. Я уже наездился в этом бою. Я уже и так сделал, так сказать, невозможное. Тут, знаете, на Т-28 главное не победить, а главное не сгореть во время боя. От того, как тебя... точнее, толкают союзники, которые пытаются убить фраг. Или взять фраг, я не знаю, что там... Что они пытаются сделать? Знаешь, посмотрите, как метки Вася разрушитель пострелял. Мне просто интересно. Что-то я забыл. Сейчас выйдем, посмотрим, как Вася метки разрушитель пострелял. Да не, мне кажется, сейчас мы 2 минуты с половиной будем стоять. Они, смотрите, все втроем пытаются поехать, но все боятся поехать. Вообще он тогда вот отсюда пулякал, я помню. Меня. Там же Удис один только у них. Ну да, это один Удис. Сводись, написал 1390. Сейчас приедет. А там никого нет, слушай. Вот это будет подстава, да. Ну чё вы едете там? Аймикс даже поехал сюда. Вот будет прикол, если он всех сейчас разберет там. Не, красавчики. Молодцы, молодцы. Просто огонь, команда просто лучшая. Просто белиссимо. Поеду, утоплюсь. Ну так, поехал, смотрите, сам. Выезжает даже, смотрите, я даже ничего не делаю. Робот, кажется, его захватил Терминатор. Как он там назывался-то? Эта штука, которая там была в Терминаторе. Не помню даже. Задача ПТ-13 выполнен. Выжить, большая охота. Уничтожить, выжить. 3 машины противника уничтожить. А это что за задача? Мастера дали на Т-28. Ну-ка, дайте-ка я посмотрю. Мужики, ничего себе. Я выстрадал вообще там... А, 3900 я выстрадал, нифига себе. 1308. Олег, зачем ты меня толкал, Олег? Ну, тебе же... Ты же красавчик, у тебя даже мастеров больше меня. Зачем ты меня толкал? Я вообще не понимаю.